знаете, что-то у меня такое мнение слаживается. Ютуб серьезно за меня взялся, какие-то доброхоты находят мои видосы про керосин и удаляют. Настойка грецкого ореха. Еще там что-то было удалено, я уже не стал там замечать. То есть они вычистят весь керосин и вычистят другие видосы, суть которых они просто-напросто не понимают. Для них это кажется странным и прочее. То есть дальше возьмутся за голодание. Так что если у вас есть возможность, вы все скачиваете. Я только для себя делаю свою изодинамическую гимнастику и слажу в архив. А все остальное разово я делаю, выпускаю, все. Так что, если вас интересуют какие-то видео и есть возможность скачать, скачивайте свою, так сказать, фильмотеку. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, 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 народ. Нас попает новый год. Он о чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Ой, веселись, 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 народ. Нас попает новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курон попей. Ой, веселись, 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 народ. Нас попает новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Ой. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.